Итак, в начале выпуска о погоде, которая испытывает на прочность жителей России. На Урале устраняет последствия аномального для конца апреля снегопада. На улицах Екатеринбурга и Челябинска настоящие сугробы. На дорогах многочисленные аварии и пробки. Ведь большинство водителей уже успели сменить зимнюю резину. А в Башкирии штормовой ветер. Сейчас чинят кровли двух десятков домов, которые повредило порывами. Пострадало, кроме прочих, здание районной больницы. Ну а в Воронеже коммунальщики откачивали воду с улиц после сильного дождя. Некоторые дороги с трудом преодолевали не только пешеходы, но и автомобилисты. Ну а в Москве после уже практически летнего тепла этой ночью температура опустилась почти до нуля. По словам синоптиков, такая погода скорее характерна для середины апреля. И повышение температуры в столичном регионе стоит ждать только на майские праздники.